Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на еще одну очередную фанатскую версию игры Hello Neighbor Alpha 1.5. Короче, прислал нам ее сейчас, посмотрим кто. Я забыл его имя. Ах да, Алексей Сорокин. Вконтакте он называется так. Говорит... Хочешь, я это самое, может быть, мне стоит сделать альфу 1.5? Я говорю, ну делай, ладно. Он говорит, окей, начну делать. Ну и, собственно говоря, через некоторое время скинул ссылку на нее. Но все-таки, но я посмотрел там сайт Game Jolt, где часто можно такие версии встретить, фанатские. И там написано, что выложено 5 месяцев назад. Так что, вероятно, Алексей Сорокин нам соврал. Ну, я точно не знаю, так это или нет. Но, в принципе, это не важно, потому что такую версию я ни разу не видел и не снимал. И мы ее посмотрим сейчас. Вижу я, что идет снег. Мелкий, но идет. Что-то нас сильно шатает, когда мы идем. И, кстати, второй этаж-то открытый, а линия... А, нет, он закрытый был. И замочной скважины смотреть нельзя. Так, давайте проверим комоды, есть ли там что. Ну, телевизор тот же. Естественно. Звуки из старых альф. Погодите. Может, это не снег, может, это дождь какой-то непонятный. Хотя снег у соседа на крыше. Или, может быть, это крыша просто белая. Но мне кажется, что это снег. Локация выглядит довольно-таки неплохо. Хотя пустовато. Одни деревья. Ну, а так атмосфера выглядит, да, достаточно неплохо. Конечно же, нам надо здесь подвал открыть. Ну, во всяком случае, я так думаю. Я еще не знаю, как это что проходить. Я первый раз вообще это запустил. И вот мы вместе с вами сейчас это и узнаем. Наш дом мы с вами поизучали. Сет вышел куда-то на улицу. Значит, у нас есть шанс проверить его дом и посмотреть, что куда. Здесь я вижу, что только ключ-карту здесь найти надо. Ничего другого я не наблюдаю здесь. И вот интересно, есть ли в этой версии подвал. Полноценный какой-нибудь там. Ладно, на первых этажах ничего нет. Капкан лежит здесь. Ружьишко мы, наверное, возьмем. На F. Проверим второй этаж. Никаких ворон здесь нету. Телевизор на всякий случай не будем включать, вдруг отреагирует. Здесь ничего нету. Но здесь вот доска, и мы не можем туда, собственно говоря, попасть. Вероятно, нам надо... попасть вон туда вон. Давайте подвинем стул сюда. Эй, а чё она не стреляет? По-моему, она просто... по-моему, ничего не делает. Она просто звуки издает. А, так тут нету стекол, что ли? Погодите. Я тут стекол-то не вижу. Здесь пусто вообще. Реально снежная крыша. И атмосфера, в принципе, да, как я уже говорил, мне нравится. Так, давайте проникнем сюда. Ключ-карту уже добыли. Очень-очень быстро. Да.
Чё-то как-то это было легко. Остается только надеяться на то, что здесь будет подвал. И я вот очень надеюсь. Так, а как нам теперь выбраться отсюда? Никакого сарайчика здесь нет. И вот интересно, как бы нам взломик этот раздобыть. Он вообще нужен? Он вообще нужен ли? Ну тут только не застревай. Нужен ли он? Это не запускается? Под кроватью можно ли прятаться? Не. И вот главное, чтобы нас сосед не поймал. Будет очень хреново. Что? Так просто? Серьезно? Все вот так просто? Во всяком случае, подвал есть. Не знаю, насколько он полный. Ага, понятно. Бежим нафиг. Бежим, 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 бежим. Ой, каким же ключом открывать? Он нас потерял, что ли? Отлично. Возможно, он потерял нас, но я на это 100% не уверен. Открывайся быстрее, вдруг он там бежит за мной. Окей. А-а-а! Как прятаться, как прятаться? Шкаф, шкаф, шкаф. О-о-о! Как это? Он, неужели он меня поймал? Я же в шкаф спрятался. Не, я так понял, надо в шкаф спрятаться. Попробуем. Или в двери может зайти надо. Не, в дверь. А давайте, давайте сейчас попробуем зайти в дверь. А теперь давайте в дни... вот сюда спустимся. Ничего не понял. Ладно, еще третья попытка. А впрочем, давайте туда не пойдем, давайте по старому пути пойдем. Блин, курсор на бандикам залетает. Отлично. Походу направо сосед все время ходит. Они вот, они сюда вот, куда мы сейчас пошли. Ну уже, давай, скорее, беги! В дверь, в дверь, в дверь! Отлично. Все-таки надо было зайти в дверь. Coming soon, продолжение следует. Неужели это все? Неужели это все? Ну а чё так мало? Вот вы, ну вы чё подвоите-то, ну? Ну ладно. И это не скрывается. Ну ладно, короче. Такая вот была альфа у нас коротенькая. Я ссылочку на нее оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока, с вами был Максимадзе.